Уважаемые казахстанцы, здравствуйте. Я Аня Шукеева. Хочу сказать о том, что мы 10 января с гражданскими активистами отнесли письмо обращения с 10 вопросами президенту Токаеву в канцелярию. Сегодня 17 февраля, прошло 37 дней, ответа нет, реакции нет, игнор полный. По законодательству максимум 30 дней на ответ писем, обращений и так далее. Игнор – это преступление народа, я считаю. Это нарушение наших прав. Здесь стоит вопрос о том, кто нарушает закон. Почему наши власти потом удивляются, почему народ выходит на митинги? В связи с этим игнором, игнором меня, гражданских активистов, я заявляю о том, что 22 февраля в 14:00 на площади Жастар я буду на митинге.